Всем привет, всем доброе утро. Ну что, я позавтракала, собираюсь на работку. Короче, девочки, оцените, у меня новая прическа. Подстригли меня вот совсем не так, как я хотела. Обкарнали мне всю челку. Я ее отращивала, мне ее все обкарнали. Ну и вообще сильно коротко подстригли. Ну, как говорится, состригли весь мой негатив, скажем так. Время бежит, идет. Пошел второй месяц, как мы разбежались с Юрием Анатольевичем. Конечно, он у меня из головы не выходит. Как я не стараюсь. Пытаюсь работать. Но все равно почему-то думаю о нем. Дома, конечно, бардак. Ничего не успеваю делать. Ну что, целыми днями просидишь в киоске. Домой прилетела, поела. Что-то по работе опять поделала. И все уже. И охота поваляться, полежать, телек посмотреть. Короче, вот такой у меня бардак тут. Это я готовлюсь в эти выходные. У меня будет свадьба. Очередная свадьба, будет выездная регистрация, и вот готовлю помаленьку ткань, надо все разглаживать, разбирать, так что как-то вот так вот, ну это Сашкины шмотки, вещи, постирала ему рабочий костюм, вот, тоже вот на футболке на дверях висят. Ну, некогда, все бегом. Так что вот. Но это у меня шаблончики лежат, девочки. Я сегодня встала в 9 часов утра. Кого в 9? Сейчас уже 9. Встала вообще в 8, можно сказать. Вот такие у меня цветочки это, растут. Не знаю, как он называется, но я его привезла из Таиланда. Плавала в бассейне. У бассейна рос вот такой цветок. Отщипнула отросточек. И вот видите, он у меня как разросся, такой цветочек. Как на него смотрю, так сразу вспоминаю Тай. Ой, прям ностальгия сразу наступает. Охота уже куда-нибудь свалить. Но не получается куда-нибудь свалить пока. Так, что-то я отвлеклась. Ну, вот такие вот заготовочки. К 10:30 мне надо сделать 2 заказика, поэтому я сегодня ни свет, ни заря на ногах. Сейчас побегу делать, чтобы успеть. Не люблю подводить клиентов, хотя у меня бывают такие косяки, когда я вообще напрочь забываю про заказ. Было недавно на днях такая фигня. Забыла накачать шарики к положенному времени. Вот вообще... Ну, правильно, в голове-то мысли все о нем. Поэтому вот как-то так. Ну, ладно, все, побежали на работу. Ну, вот мои шорты купленные в этом... Блин, где же я их покупала-то? В Glory Jeans, что ли? Да, я, девочки, я вам показывала, когда собиралась ехать в Крым. Короче, вот так вот они на меня смотрятся. На улице у нас тепло. Поэтому я на работу хожу вот в таком виде. Сзади пионерка называется, а спереди пенсионерка. Как-то вот так вот. Ладно, поехали на работу. Я уже на работе. Накачала вот такой вот шарик сзади меня, видите? Такую красоту. Сейчас будем наклеивать вот такую надпись на шарик. Сейчас я вас поставлю, чтобы вы стояли. И будем клеить. Самый ответственный момент. Наклейки, приклейки, пленки.
Так, конечно, бантик у меня привязан не так, как надо, как обычный. Так, бантик мне не нравится, как привязан. Все, перевязала бантик маленечко по-другому. Вот такой бантик. Ну все, с Богом. Смертельный номер. Та-да-да-дам. Чтобы ничего не отклеилось, чтобы приклеилось ровно. Наверное, буду делать вот так вот. Всегда, когда клею эти наклейки, блин, аж руки трясутся. Вот уже циферка уже отпала одна, блин, зашибись. Вот видите, уже единичка отпала. Приклеилась не туда, куда надо. Ну и вот. Вот что получилось. Попросили наклеить просто цифры. Ну и, конечно, наклеились они, по-моему, маленько неровно. Или ровно. Фиг его знает. Ровно, неровно. Не пойму, блин, ровно или неровно. Маленько неровно. Так, ну это второй у меня заказик. Такую звездочку сейчас буду качать и клеить буду надпись по линии 10 лет. В общем, потом все покажу, что у меня получилось. Поехали. Короче, пока эти надписи выковыриваешь, точно пройдет полтора часа. Пол одиннадцатому как раз успею. Пленки нифига почему-то буквы не клеятся, потому что пленочка уже старенькая. Ну вот, как-то вот так получается. Поехали дальше. Ну вот, получилось как-то так. Вот как раз время уже 10:30. Я вот только-только сделала. Сейчас быстренько вам засниму. И сейчас уже за ними приедут. И мне надо будет второй фонтан делать. Но успеваю снять вам, чтобы вы посмотрели, что получилось. Вот как-то вот так вот получилось у меня. Перышки, такие вот перышки прикольные. Вот такая красотень. Все как заказчик хотел, заказчица, так я и сделала. Ну и чё, сижу курю. Конечно, не курю, это я так образно говорю. Все просили меня накачать, чтобы шарики были готовы к 10:30. Время 12 час. На улице пошел дождь и никого нет. Спрашивается, какого хрена я сегодня встала в 8 утра? За каким фигом, блин?
могла бы спокойно, без гонок, встать, позавтракать спокойно, поспать подольше и прийти на работу и спокойно накачать шарики. Но у нас же все делается не так, как надо. Я подхожу ответственно к своей работе. Но заказчиков нет. На улице идет дождь. С утра было солнышко, сейчас стало пасмурно. Но ничего, я сегодня на колесах, так что мне не страшно. Что еще хочу сказать? Подписчик мой, Дэн Байкал, канал у него называется, спросил у меня, почему у меня мало подписчиков. Снимаю я уже 1,5 года у меня каналу, а подписчиков даже 500 человек не набирается. Кто бы знал, почему у меня мало подписчиков? Видимо, я какая-то, не знаю, не фартовая, что ли. Никак мой канал не движется вперед. Хоть заснимайся. А снимать мне, кроме моих шаров, нечего. Это вон снежик отжигает на юге. Уже интервью берет у этих, у актрис. Тут встретила Ольгу Кабо в кафешке. Она, мы с ней созванивались, со Снежиком. Она, конечно, в шоке была. Говорит, я, говорит, не ожидала даже, что я их увижу. Но главное, появиться в нужную минуту и в нужный день, и в нужный час. Поэтому вот как-то так вот. Но мне снимать нечего, так как я живу в небольшом поселочке, нигде не хожу, не гуляю, сижу, зарабатываю деньги на шарах. И почему у меня не растут подписчики, я ничего не могу сказать об этом. И поэтому стимула никакого нет снимать, желания нет. Вот как-то вот так вот. Ну, а я на этом с вами буду прощаться. Спасибо, кто меня посмотрел до конца. Всем своим постоянным подписчикам, девочкам, кто заходит ко мне, хочу сказать большое спасибо. Всем передаю привет. Всех целую. Пока-пока.